В Люберецкой администрации прошли публичные слушания по исполнению муниципального бюджета за минувший год. В них приняли участие представители администрации и Совета депутатов. Тему продолжит Мария Лапачева. В начале заседания выступил заместитель начальника финансового управления администрации Люберецкого района Андрей Пак. В ходе доклада он представил информацию об общих доходах и расходах бюджета Люберецкого муниципального района за 2016 год. Упомянул о профиците бюджета, который составил 232 миллиона рублей. Также он озвучил итоги проведения муниципальных программ с использованием бюджетных средств. На реализацию муниципальной программы оздоровление населения и улучшение демографической ситуации предусмотрены средства в сумме 59,6 миллиона рублей. Исполнение составило 53,4 миллиона рублей. Данные средства были направлены на приобретение питания беременным женщинам, кормящим матерям, детей в возрасте до 3 лет, а также детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, находящихся в лечебно-профилактических учреждениях. По итогам слушаний замечаний и вопросов у присутствующих не возникло. Слушания признали состоявшимися. Мария Лапачева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ.